Всем привет, ребят. Продолжаем дальше. 25-е у нас испытание. Поехали, посмотрим, что там. Так, вот такой вот здесь у нас составчик автопрокеров. Пока не вижу. В принципе, это хорошо. Есть черепа. На них, кстати, будет неплохо зависать. Попробуем сверху через льдышку пойти. Давайте попробуем сначала Атлантика сюда выпустить. Посмотрим, что получится у нас. Сольется у нас разруха сейчас или нет. Ой, отлично, разруха, конечно, сам себя ушатал. Так, Атланты, наверное, мы сейчас на Атланте убьемся все, если не разрядим его. Ну, пока вроде держимся. Бигфут, тащи. Ну, как-то налегке мы тут проскочили, мне кажется. Или это еще не конец? Да, тут легки мы проскочили. 25-е, даже не заметил. Поехали на 26-е. Как видите, здесь донатных героев не надо. Надо просто иметь хорошие прокачки. Так, а вот тут у нас Некрос. Пробуем Атлантиком. Достанем, не достанем. Не, не достаем. Ну, хоть эти сейчас посливаются, я надеюсь. Так, запускаем всех. Сразу же посливались. Не канает. К сожалению, не канает. Да, он у нас будет сейчас все бафы снимать, сволочь. Так. Ну, давайте попробуем отсюда тогда. Тыква минуснулась. Ой, жестко-жестко. Мы к нему достаем, получается, сейчас через карту. Он нас просто тут ушатал. Но если так всех выпустить. Ну, что-то интересное. Не знаю. Сейчас мы до Некроса, наверное, не дойдем. А если дойдем, нас там просто... Хотя нет, смотрите. Блин, отличный результат получился практически. Почти. Попробуем еще разок. Давайте попробуем вот так вот тут Атланта кинем, чтобы мы у него загрелись. Тыковку и всех остальных. Я не знаю, тыква выживет у нас там сейчас или нет. Так, вроде выжила нормально, она разгон дала. Ай-яй-яй-яй-яй, Некрос нос, конечно, шатает. Вау, ну! Ну-ну-ну-ну-ну-ну, чуть-чуть. Блин, чуть-чуть. Отлично, Некроса слили, Атлант включился, остался у нас Анубис. Я не знаю, что у нас сейчас с этим Анубисом, конечно, у нас, наверное, пошатает всех. Так, ну, не дайте ему убить вас. По-моему, просто изи. Вот такая вот тактика, ребят. С вас по лайку, не надо никаких донатных здесь. Некроса и прочих. Так, какое там у нас уже? 27-е. Так, смотрим, что у нас тут. Так, Анубиса опять вижу. Тут, конечно, поярче все будет. Черепа есть. Ну-ка, попробуем сейчас. Вот так вот загрели. Попробуем сейчас пройти через черепа Анубиса. Не вариант. Хотя вроде неплохо так снимаем героев. Дерево у нас никого не резнуло. Тут Анубиса многовато будет. Так, пробуем отсюда Атланта кинуть. Кстати, тут тыковкой можно с этой стороны пробовать разгоняться. Но я не знаю, как Анубисы. Они нас, наверное, всех пошатают. Надо все-таки сюда пробовать Гаргула ставить. Ляушка уже подошла. Ну-ну-ну-ну, не дайте им включиться. Ну, такое. Такое. Непонятное что-то у нас. Так. Ну-ка попробуем еще разок отсюда. У нас тут, конечно, снимают черепа. Можно попробовать не снимать черепа. Разогнать всех на максимум. Так, разбежались все. Все по сторонам разбежались, не то. Так, пробуем, давайте пробуем так.
Сюда Атланта, сюда Тыковку, а всех остальных сюда через Черепа. Я не знаю, или через Черепа не вариант, наверное, будет. Но вариант, что Тыква у нас разгоняет хорошо. Попробуем сейчас немножко ниже тогда сделать. Делаем так. Атлант, Тыква и сюда Махатма. Вот такой вот разгончик пробуем сделать. Так, Тыкву, к сожалению, у нас ушатали. Она ожила, но ее все равно там ушатали. Не, не вариант. И черепа у нас остаются. Придется, наверное, убирать одержимого. Хотя очень не хочется. Так, тыковку оставили наверху. Даст разгон. Ну-ну-ну-ну-ну. Почти. Чуть-чуть не хватило. Ну, анубисы, как видите, против них сложновато. Давайте попробуем сюда возьмем вместо одержимого. Возьмем Ару. С Пактом. Вот с Бастом возьмем такого вот Ару. Попробуем такой вариант. Так, раз, два и всех остальных отсюда. Ара у нас будет блочить немножко. Возможно, нам повезет. Наблокируем кого надо. Или кого не надо. Так, не, не вариант. Попробуем сейчас снизу пройти. Так, тыковку туда. Возможно, Купидона все-таки придется еще брать сюда. Видите, что анубисы делают? Просто сливают. Так, Атлант, Теко. Кстати, сейчас неплохой заходик был. Но опять же, анубисы мешают. Что-то нас тут жестко посливали. Если так начинать с тыковки, наверное, все-таки придется сюда взять сейчас Купидона еще. Отлично, отлично, анубиса одного убрали. Ух ты, ух ты, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, ребята, давай. Блин. Одного анубиса все-таки с Арой убрали, возможно, есть смысл от Арой здесь. Пробуем еще разок. Пока этих давайте всех здесь закинем. Да, надо сюда все-таки Купидончик оставить. Без Купидона, к сожалению, тыква не так быстро разгоняется. Точнее, вообще практически не разгоняется. Так, ну тут вариант Анубиса заблочить. Отлично, Анубиса блокнули одному. Успеют убить? Так, кто там у нас? А, у нас все, уже всех потеряли. Анубиса мы этого, наверное, не затащим. Смотрите, как почти. Ну, неплохой вариант тоже. Ару сюда пробовать брать. Так, так, тыковка и всех остальных отсюда. Надо все-таки Купидон, чтобы тыкву быстрее разгончик давал и заряжал. Видите, тыква сливается очень быстро, и дальше у нас уже теряется и разгон. Вариант поставить сюда Минотавра проще всего, наверное, будет. Oh, yeah. Come
Не, не прокатит такой вариант. Хотя пока, смотрите, все вроде плюс-минус еще живы. Ну-ну-ну-ну, Анубис еще разок. Ай, на черепа. Да ладно, ну. Блядь. Жестко. Два черепа осталось 12-х. Ну а так вроде неплохо смотрится. Вот так вот разгребать всех, чтобы все по разным зонам бегали. Видите, это да. У нас они не массово нас сливают, но тоже вариантов не особо много. Так, Атлант. Пиковка. Всех давайте пробуем там. Хорошо, что Махатма находится на первой этой. Так, ну тыква живо. Тыква, блин, слилась и все. Хотя заходик опять же неплохой. Но без тыквы разгона нет. Тыква далековато. Тогда бежит, надо тыкву вместе с ними всеми выбрасывать. Потому что так не вариант получается. Так. Тыква. Попробуем. Услили ее. Да, может это Купидона поставить. Вот такой вариант вот тыква. Но тыква, видите, она сразу туда начинает бежать. Вовнутрь, и в это время мы теряем весь полностью разгон, который нам нужен. Хотя сейчас, смотрите. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну? Ну? Блин, как же одержимого здесь не хватает. Для снятия бафа с черепа. Эх, обидно. Ну, заходик неплохой получился. Так, ну-ка, если отсюда закинем. Ведьма ушатала тыкву нашу сразу же. Конечно, без Купидона тут нету того разгона, урона. Ну, давайте подумаем, кого можно еще отсюда убрать. Если уберем Хрона, поставим Купидона, попробуем. Посмотрим сейчас. У нас с этого получится, конечно. Без хрона у нас тоже разгона такого нету, но зато у нас урон намного лучше должен быть. И скорость бега героев. Так, ну тыковка, видите, где. Конечно, по урону, смотрю, тоже неплохо наносится урон. Так, попробуем так. Здесь всех, начиная с Анубиса. В принципе, Купидон сейчас должен давать нормальный... Сразу же разгончик всем. Вот-вот-вот, это то, о чем я говорил. Они активируются, они без ремок, но активируются намного быстрее все сейчас. Так, ну тут Атлант. Ну, неплохо. Остался, как видите, один Анубис. Который, не, два даже. Так, еще пробуем. Так, тыкву, как обычно, просрали. Такой вариант. Ух ты, жестко нас там слили всех. Хорошо, если мы просто кинем так.
Попробуем напрямую через анубисов побежать. Может так получится? Не. Не вариант. Давайте попробуем вот так вот хотя бы тогда. Разогнаться на черепах. И тыкву слили. Видите, дерево не резнуло вовремя. Очень поздно резнуло тыковку. Но шанс все-таки есть неплохой тоже. Подальше от тыкву выпустим. Немножко-немножко мы не достаем. Обидно. Сейчас мы потеряли тыкву. Так, пробуем еще разок. Так. Так. Этих вообще всех здесь закинем. Не, не вариант. Ара, конечно, помогает, но я не знаю. Он блокирует рандом. Ну, вот в чем вся проблема. Одержимый снимает бафы. Ну, а если попробовать? Надо тут однозначно на ком-то зависнуть хорошенько. Тогда, возможно, будет какой-то толк. А так... Потеряли Купидона. Жестко-жестко нас. Ладно, ребят, сделаю отдельно эту подземку. Она тяжелая, реально. 27-ю. Первых две я вам показал. 25-ю, 26-ю. Все, пишите комменты, подписывайтесь, бомбите, как обычно. Всем удачи, всем пока.